Девочки, гляньте, да, второй год кусту богемы. Вот такой вот он огромный. Сейчас подошла, посчитала цветоносов. 17 цветоносов на нем. Вот он прям усеян просто вот по кругу. Вот усеян цветами. Уже и ягодки набивают. Поздний сорт, поэтому еще совсем рано для него. Вот, он только набивает, вот такие вот у него кубышечки будут. Ну, вот единственный кустик оставила на второй год. Вообще мы все это первогодочки. То есть осенью пересаживаем, и идет новый маточник. А это у меня второгодка. Ну, это бомба просто. Вот, куст огромный. И очень-очень много цветоносов. И ягода у него крупная.